Приветствую вас, уважаемые зрители канала «Неизведанная Скандинавия». Сейчас я нахожусь около руин церкви Фласта, 13 век. Церковь находится недалеко от замка Скуклостер. С этой точки его не видно, он вот за этими деревьями скрыт. Замок, в отличие от церкви, сохранился гораздо лучше, но он и гораздо моложе. 17 века замок построен одним из представителей семьи Врангелей, сыном одного известного шведского маршала, который участвовал в 30-летней войне. То место, где находится замок, вот там за деревьями, называется Ску, и замок, соответственно, называется Скуклостер. Ну, а вот здесь мы находимся в месте, которое называется Фласта. Считается, что до тех пор, пока рядом с замком была построена церковь Скуклостер, вот эта церковь Фласта была здесь единственной. Ну и вот, видите, все, что осталось до наших дней. Стены, видите, законсервированы такими плитами бетонными. Сейчас я попробую где-нибудь зайти внутрь. Самая высокая стена, которая дошла до наших дней. Ну и вот тут находился алтарь. Ну вот так она выглядит. Видите, написано, что запрещено лазить по руинам. Ну, я думаю, ничего страшного не произойдет, если я здесь все-таки прилезу. Вот, время продолжает разрушать эти стены. Здесь, к сожалению, скоро, если ничего не предпринимать, этот кусок стены может обрушиться. Ну, вот так в 13 веке строили. Почти 800 лет этим стенам. Не самый лучший сохран руин. Вы уже на моем канале видели другие примеры церквей примерно этой же эпохи. Много таких церквей в Швеции осталось. Ну вот одна из них. Я раньше здесь никогда не был, хотя в замке Скуклостер был много раз, но вот сегодня решил подъехать. Ну что, я сегодня собираюсь посетить еще ряд интересных мест, которые находятся на относительно небольшом удалении от замка Скуклостер. До встречи!